приветики. Я начинаю вещать только тогда, когда появляется надпись «Топ эфиров». Здесь больше 300 человек. Но в последнее время в эфирах очень много людей, что мне, конечно, приятно. Привет! Слушайте, ну еще раз, вообще в 1001 раз убеждаюсь, какой же все-таки, извините меня, Г, вот эти вот айфоны X. Потому что вот вещала сегодня, да, в прямом эфире, болтали, вдруг бац, все врубается. И причем такое бывает не только у меня, мне многие девочки говорят, потому что, какая-то, видимо, недоработка, вообще какие-то косяки. И очень много у X косяков, поэтому, если вы еще его не купили, не рекомендую. 8-й, вот у меня у Янки 8-й, очень много 8-х подарила, разыграла, и 8-й все-таки гораздо лучше, там камера ничем не хуже и так далее. Пенза, привет. На замечательный вопрос, нет ли у меня своего автомобиля, я отвечать не буду. Уже много раз говорила, очень много бедных людей у нас в стране, для которых автомобиль – это просто какой-то предел мечтаний. У меня и яхты своей нет, да. Вот, ну, я как-то борюсь с этой проблемой, что у меня нет яхты. Вернее, правильнее сказать, не страдаю по этому поводу. По поводу книги я согласна, книга супер. И мне очень приятно, Украина, привет, и мне очень приятно, что вы ее читаете и слышите вот эти вот тысячи отзывов. Да, я знаю, что iPhone X недоработанный, были какие-то там извинения от, как эта компания называется, ну вы меня поняли, от Мака. Мак, да. Господи, что я буду вспоминать, когда это было 6S-то, ребят? Вот 7+, до сих пор пользуюсь и очень довольна. Вот, а до этого все телефоны были, я не помню уже, естественно. Красота нереальная, точно. Еду в клинику доктора Василенко, если получится, сделаю какой-нибудь уход. Блин, какая я неземная красотка. Да, я надела лодочки все-таки. Вот, и хотя, блин, вы знаете, вот тоже купила джинсы Replay, дорогие джинсы. Покупала их на распродаже, и на распродаже, сорян, они стоили где-то 19 тысяч рублей. И что? Я их вообще-то надевала только летать, ну, летала у них обычно куда-то. И вот они порвались на колени так, что теперь у меня вообще все бедро голое. Ну, хорошо, что у меня бедро как бы красивое, без целлюлита. А так вот, если бы оно было целлюлитное, что-то такое, блин, за 19 тысяч штаны и рвутся в коленях. Небо нереальной красоты. Смотрите, какое небо. Обалденное небо. А, и тут еще моя любимая мечеть, в плане, что она очень красивая, но не видно против света. Нравятся ли мне иностранные мужчины? Сложный вопрос. Какие иностранные? Таджики, узбеки нравятся. Они очень работоспособны, очень работящие. Вот. На самом деле, знаете, не об этом хотела поговорить. Вот уже несколько дней я в курсе, ну, как и вся страна, наверное, в курсе этой совершенно дикой истории о том, как вот 3 девочки убили своего отца. И мне безумно больно вообще об этом слышать. Не могу смотреть, даже хотела, честно говоря, посмотреть сейчас Малахова, включила и выключила, потому что не могу без слез вообще все это смотреть. Мне безумно жалко девчонок. И я просто очень сильно надеюсь, сейчас за это взялись там все правозащитники, да и Малахов. Вот на моей памяти я была в нескольких передачах, когда конкретно он помогал людям, попавшим в такие очень тяжелые ситуации. Он даже помог девочке, которая просто безвинно провела в тюрьме, по-моему, 7 лет. Я была на 2 передачах. И на 2-й передаче ее все-таки отпустили, и как раз благодаря вмешательству Малахова. Он имеет такой очень сильный авторитет, поэтому надеюсь, вот, что как-то он поможет. И вы знаете, это совершенно, ну, я тоже не смотрю телевидение, я почитала, естественно, об этом в интернете, и
Понятное дело, что убивать это ужасно, но вы знаете, я бы сама убила бы. Для меня, конечно, страшное самое то, что ушла мать и оставила их с этим отцом. Я не могу понять, как эта женщина могла это сделать. Вот я не могу понять. Если бы они жили еще в каком-то ауле, где реально там могли посадить на цепь, там, ну, таких случаев у нас миллион, как у нас женщины в Чечне, например, живут. Это вообще страшно. В Дагестане, не все, но многие. Вот, но все-таки это происходило в Москве, и вот то, что мать ушла, оставила девчонок и дошло до такой трагедии, у меня это в голове не укладывается, да, потому что я просто порвала бы за своих детей, я такой человек, я не стесняюсь, вот я бы убила за своих детей, мне пофигу, сидела бы я потом, ну и сидела бы, вообще пофигу, за детей бы я убила бы ни на секунду, даже не задумавшись, вот, а тут, получается, она самоустранилась и довела вот эту ситуацию до такого страшного финала, поэтому... Я не знаю, как выпуск называется, но в интернете почитайте, ребят. Я же вам говорю, я не стала смотреть. Начала и выключила на YouTube. Открывайте YouTube, там прям в популярном тут же эта передача. Вот, поэтому мне, конечно, всегда... Меня, если, конечно, убивает всегда вот это наше бесправие. И то, что у нас полиция настолько вся куплена... Я сама с этим столкнулась, да, и как бы столкнулась в полном объеме. И у нас куплено все. Полиция, судьи, все куплено. И ты никогда не добьешься ничего, если только за тебя кто-то вступится. Да? Вот типа Малахова, там, ну, правозащитник, это вот такой вот резонанс, да, может быть, там получится, ну, по крайней мере, там, может быть, младшую девочку не посадят, там, может быть, там что-то ей придумают другое, а, может быть, все-таки как-то придется доказать, какое, вернее, получится доказать какое-то состояние аффекта, а, вот, может быть, там, самооборона, может быть, что-то получится, но, вот это наше страшное бесправие, страшнейшее, вот слава богу, что вас это не касается, и дай бог, никогда не коснется, потому что вот в такую ситуацию хочется сказать только одно, как страшно жить. Вот это действительно страшно. Когда ты чувствуешь полную какую-то безнаказанность людей, и, блин, я даже не хочу на эту тему говорить, потому что вообще не хочу. Буду, еще раз повторюсь, очень верю, что получится все-таки что-то у Андрея, и как-то вмешаются в эту ситуацию люди, и все наладится. Вот, потому что эти девочки, они не должны в тюрьме сидеть, я считаю. Ну, или, по крайней мере, им дадут какие-то минимальные сроки, как-то будут, ну, будут постоянно к ним приезжать правозащитники, будут следить за этой ситуацией. Вот. Зачем они жили? Вот эти все вопросы, знаете, мне тоже непонятно, но люди все разные. Понятно, я бы ушла от такого отца, бы еще в 14 лет бы убежала. Люди все разные, поймите, они запуганы были. И у меня была такая ситуация, ко мне приезжала девочка-подписчица специально со мной поговорить, я же не буду там, не помню, то ли из Ростова, то ли из Краснодара, приезжала девочка с маленьким ребенком там в коляске, просто она типа приезжала в Москву, со мной встретилась и рассказала мне совершенно страшную историю, потом, кстати, попросила ее, я у нее попросила разрешения рассказать об этой истории, это было давно, наверное, 3 года назад, еще только начитала в Инстаграм, она мне разрешила рассказать об этой истории, я написала, но, естественно, там без имен, без городов, и тем не менее, она все равно испугалась, она написала мне буквально через полчаса, удалите, пожалуйста, моя подруга узнала, то есть там то, что творил с ней муж, причем такой обеспеченный очень взрослый мужик, то, что он с ней вообще творил, в каких она жила условиях, он ее физически не бил. Но, например, уходит на фитнес, на тренировку, да, и опаздывает на 5 минут домой. Он ее целый день домой не пускает. То есть он закрывает дом, и ты таскайся где хочешь по улицам. Там ребенок с няней маленький совсем. Тут у арки остановите, пожалуйста. Ну вот. И это еще не самая страшная ситуация. И люди просто... Когда я ей начинала объяснять, она взрослая такая половозрелая девчонка. Я говорю, слушай, ну в чем дело? Она мне начинает рассказывать, что вот у нее мама какая-то там совершенно нищая, в какой-то деревне живет. Спасибо. Вот, что она еще и маме помогает, и что она вообще просто, она вот просто не представляет, что ей и как. И это ужасно, и я вот поэтому, почему, блин, я вам бесконечно вещаю, развивайтесь, зарабатывайте, что-то делайте. Потому что, когда у тебя есть какое-то дело в руках, когда у тебя есть деньги, тебя, блин, тебя вот невозможно так запугать, ну просто невозможно. Ты, естественно, найдешь какой-то выход из этой ситуации и каким-то образом сможешь с этим бороться. Ой, девчонки. Короче, девчонки. Здравствуйте. Здравствуйте, девушки. Чай, кофе?
Какая у вас пенсия? Никакой у меня нет. Нет, спасибо, девочки. Не хочу чай, кофе, водички налейте, пожалуйста. Господи, сколько стоят такие очки? Аж крупным шрифтом. Я не помню, сколько они стоят. Это недорогие очки. Но, может, они стоят там, я не знаю. Может, 150 евро максимум. Это же Ray-Ban, они недорогие. Вот. Поэтому, мои дорогие красавицы, развивайтесь. Сколько стоит рюкзачок? Ребят, рюкзачок тоже не очень дорогой. Он стоил, по-моему, 1000 14-16, что-то типа этого. Ну, а потом же, наверное, бывают распродажи всякие. Да, вот я и говорю о том, что восточные семьи, это как бы отдельная страшная история. И то, что там внутри происходит, как они воспитаны, нормальные-то русские, россиянки-то нормальные женщины, которые, блин, зарабатывают нормально, и тут терпят иногда дебилов, тиранов. Я не знаю, откуда это у людей. Вот я не знаю. Я об этом очень много раз вам говорила, что, например, у каждого же своя психология. Вот у меня бы, например, муж бы когда-нибудь физически бы тронул бы хоть пальцем. Я не знаю, что я с ним сделала. Но вполне возможно, я бы его кастрировала бы ночью. Вообще бы у меня рука не дрогнула. Вот. И, ну, люди все разные. Ладно, на этой радостной ноте все, я приехала к доктору Василенко. Опять началось, как пережить расставание. Иди утопись, дура. Расставание она переживает. Вот именно дура. У людей такие трагедии в жизни происходят. Она расставание переживает. Последний хуй, блин, от нее ушел. Мастурбировать всю жизнь будет. Иди утопись. Или с балкона сбрось. Только повыше заберись, чтобы инвалидом не осталось, чтобы никому там не пришлось за тобой за дурой ухаживать. Вот. Вот, кстати, тут висит мой портрет. Красивая я, да? Не, ребят, не могу я больше побыть. Мы с вами еще вечером поболтаем, когда розыгрыш будет. Ну, я рада, что я вас под конец рассмешила. Кстати, вот этот вот, вы меня все время спрашиваете, где я покупаю вот этот вот крем, который тональник и солнцезащитный фактор. Я все время на отдыхе и на Пхукете пользуюсь. Вот я здесь покупаю все время его. Вот мускулокосметолог пластик. Все, птички-рыбки. Спасибо вам за комплименты. Прошу, пожалуйста, думайте о том, о чем я с вами говорю, да? Я вроде бы на шутливой ноте с вами все время стараюсь разговаривать, но у меня вообще вот моя самая главная цель... Какой еще развод Петросяна, господи, боже упаси. Петросян еще жив, дай бог ему здоровья. Не, мне это не интересно. Моя главная цель, чтобы все-таки, блин, вы включали мозги, думали, принимали какие-то решения, чтобы ваша жизнь была осознанной, понимаете? Осознанной. Это очень важно. Все. Пока. Я вас люблю. До свидания.